Ладно, что здесь? Что за кринс? Понятно. А я плачу. Мам, да или нет? Хуйня. Да. Мам, да. Кринж. А может ты мне скидку-то там зарабатывай? Чина братан шапане, круто пахнет на коне, у него Я думал, это только в ТикТоке в тренде у нас. А тут тоже вон 1500 человек. Я ковбойша такая вот. Оцените в комментариях от одного... Вот это у Миланы Ляшки. Насколько я похожа. У меня вот такие вот сапоги. Сначала добейся, все, чего добилась она. Сделай себе идеальную фигуру, как у нее, потом уже что-то говори. Видео рофл. А, блядь, ебать, я уже забыл, ребят. Я уже забыл в топы. А, здесь не написано рофл, странно. Меня зовут Алиса. Мне нужен дом, где будешь только ты со мной, мадам. Видишь, развивается, болит моя душа. Нету, есть. Да, блядь, что там такое? Там какой-то сиська-культ в лайке или что, я понять не могу. Надеюсь, рофл. Просто, мне кажется, если я тоже... Не, ну если я сделаю в одном видео, что у меня есть, говорю, а во втором нет, это будет странно, да? Капец, всем 20 лет, а Лизе 18. Да, ну тут вообще ничего не скажешь, реально пиздец. Мои нет в одежде. Бомберы такого типа фу-фу-фу. Такие Джорданы куда рыгать? Нормальные Джорданы. До сих пор не сборщ. Мама, я альтушка рыгаю. Да нормально. Это вообще четко. Давай. Погоди. Тихо. Зайка Ковстер. Го, Ева, го! Такая ход. Ой, она топ во всех традициях. У, ее цель столица. Она не верит в любовь. Эй, тупица. Ебать, крутой, ну. Давно она трясет своей жопой, как горячий пирожок. Я беру ее за ягодицы. Если будто 30 плюс. Я слышу, как ты дышишь голове ночью в прямом эфире. Блин, ну здесь одни... Что-нибудь есть такое? Ты я чё, же мамка прикалов? Требует бесплатно ногу. Ох, пиздец. Я бы хотела сделать ринопластику, но не менять. Нет, стоп, нет. Я сейчас договорю. Ринопластику... Не надо делать вот этот барби-нос. Мне да не барби-нос хочу, нет. Просто у меня вот здесь вот есть горбинка, очень мега-маленькая, но она меня всегда раздражала вот тут. У меня тоже, я тоже хочу сделать ринопластику. Лайкнул, я лайкнул. Я слышу, как ты дышишь. О, бля, извиняюсь. Я тоже хочу сделать ринопластику, у меня тоже здесь маленькая горбинка, вот. Я ее тоже почти не замечаю, но она меня смущает тоже немножко, вот, короче говоря. Тебе надо? Ну, я знаю. Ну, вообще, говорят, горбатого даже могилой не исправишь. А, горбатого могилы исправить, да? Че это, вот вас хоронить получается? Это полный кринж. Долбоеб? Да не-не-не, я реально просто хочу сделать. Вон, смотрите. Смотрите, видите вот это вот? То есть хочется, чтобы было так идеально. Понимаете? Мне ж так не похуй на мой нос, честно. Я вот стою каждый раз с утра и думаю, блядь. Как же хочется, блядь, сделать ринопластику вот сюда-сюда. Бля, вы что, реально есть нахуй кто-то? Нет, всерьез воспринял? Вы что, ебать, окунитесь в холодную воду, ребят. Тебя парень. Так, что здесь? Тебя парень. Нет. Вот, смотри. Нихуя. А, 8-27. В 13 у многих девочек есть парни. Блять, в 13 какой-то класс. Если 15, 9, 7. 13. Я не помню, блять. Я делала ринопластику в 18 лет. Потом пришлось два раза переделывать. Если кажется мелочью, лучше не делайте. Спасибо большое, спасибо. Ну вот вам совет, ребят, если кто-то вдруг хотел когда-то.
Бля, я не помню, в 13 лет, ну, по-моему, не встречаются. Не, ну, я скажу точно, я скажу точно за парней. Парни, блядь, обычно не встречаются в большинстве своем лет до 15. Минимум, то есть, понимаешь? То есть, это вот только там после 9 класса начинается что-то, блядь, может, где-нибудь как-то так. Вот это я вам точно скажу. За девчонок я не знаю, правда, 13 лет встречаются там. Ну, в любом случае, мне кажется, это, типа, тут, блядь. Ну, да, я не знаю, это... Я не могу представить мир, в котором я бы в 13 лет с кем-то встречался, типа... Даже в 15, похуй. Давно хотела себе MacBook. У нее есть парень на баху. Ни одно, она бесит, откуда у нее такое. Что за грева, блядь? Пиздец, просто взяла чела, взяли, захейтили. Ты же знаешь меня, запри своего парня дома, он подсел на мой голос, это как сэр. 80, 80, 80, 80, 80. Девушки под моими видео в комментариях, она такая толстая. Их парни, которые покупают подписку, например, ну блять, ну это реально гордость, нахуй, реально жестко. Пиот, это чугое вообще, посмотрите, что Давид делает, он с какой-то там девочкой, я не понимаю, откуда у него это вообще, как, девочки, как вы могли это допустить? Слушай, Жень, спасибо, что сказал. Алло, тетя Тань. Я поняла, Лерчик, больше не надо слов. Пиздец. Внимание, чат. На ваших глазах сейчас будет инволюция Скалы Джонсон. Хорошо. Вот так инволюционировал Скала Джонсон. Help, help! Когда я делала нос, стандарт красивого носа был в том, чтобы сделать нос... Вот такой вот. Если б я, блядь, я вот если... Вот честно, я бы если когда-то решил сделать нос, я по рофлу сделал себе нахуй колесом просто нос, бля, вот по приколу. Ну, все равно можно же переделать, нахуй. Просто ходил бы, сука, цеплял косяки носом, блядь. Что угодно, но этот тренд я буду помнить всегда. У меня охуенный видос есть под этот тренд. Пиздец. Женское облегающее мини-платье без рукавов. Может, это ленточка? Я не знаю, и что? Блять, ну это не платье. Что это? Начните тренер, ты сама тренер, можешь себе форму сделать. Дай мне посмотреть. Бля, ну честно скажу, это страшно. Вот это, ну, стрёмно как-то. Типа, не знаю, бодибилдерство вообще в целом. И хозяева. Не, с носом все очень сложно. Там по такой пизде может пойти. Что в жизни не переделаешь, спроси у Шпагиной. Ну, что-то видел какую-то историю. Это мой второй образ Барби, я ковбойша такая вот. Оцените в комментариях от 1 до 10, насколько я похожа. У меня вот такие вот сапожечки, вот так вот. Ладно, мне 14. Это мой второй образ. Сам, если ты про бары, рифмы, всю хуйню выигаться. Включи музыку погромче, двигай телом, я люблю это. Что-то алкоголь. Fuck off. Моя тарелка. Они не короткие. Вот, смотри. Они не короткие. Жень, это обычные шорты. Это шорты должны прям в жопу видно, чтобы было. Это такие шорты. Тебе такие не нужны. Они не короткие. Вот, смотри. Они не короткие. Жень, это обычные шорты. Это шорты должны прям в жопу видно, чтобы было. Это такие шорты. Тебе такие не нужны. И есть причина пахнуть как мужчина. Они не короткие. Полина ломает лай стик Blackpink Марьяны, который стоил 20к. Совсем? Мама, душа не готова. Я спрашиваю тебе на эфир, кстати.
Блять, ну и но, да. Вопросов нет. Оба, извиняюсь. Оцените в комментариях по шкале от 1 до 10. И сейчас будет финальный образ мой вечерний. Усы просто офигеете, насколько я буду похожа. Наверное. Поэтому смотрите. Не белье, боже, гага, она сосет. Говорит про любовь, ну вы это правильно. Не белье. Бля, мой мальчик. Мой мальчик. Бля, ух уж этот Димон, блядь. Ой, демон, блядь. Всем дарят Липтон. Я без Липтона. Что, вы видели, как Хаметова... Делала талию, она и так худая, а Милану так разнесло. Кина, пахнет как... Ну это уже какой-то рофл, да? Машина, чина, 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 мало, чина, чина, не мол, чина, чина. Придешь за 5 рублей, встану со стула. Ты есть причина. В икрой, я хотела вниз наоборот. Там шортики, делать. Там шортики. Чё скажете теперь? Красиво? А чё вы ржёте? Подгузник? Где дешевле? Вот охуенный видос, лайки единственный есть один. Вот этот, блядь. Не грусти, а то папа не будет расти. Я вот не грустила, блядь, что грусти. Вот это охуенный видос, остальные все такие не очень, типа, ну. Когда будет 400 тысяч, подходите, еще один сниму. Молодец, все, ёптать, все. Была ли у вас джага-джага? У тебя было? Зая, у тебя было? Увы. Я в шоке. Была ли у вас джага? Я уёбище. Поставь уже точку в этом вопросе. Вы с Давидом встречаетесь? Во-первых, счастье без тишины. У каждого есть свои личные границы, личная жизнь. И я же не лезу в твою личную жизнь. Блять, пока говорила, 50 раз запнулась. Вчера лет. Так, са. Купила я чайник, но необычный. Вроде бы казалось, что чайник, а чайник ни хера. Я его купила без подставки. Бля. Тьфу. Ну, вообще, это, конечно, надо звонить в этот. Потому что... Купила скраб для тела? А он, блядь, да. Ой. Аккумуляторная дрель шуруповерт. Блять. Лайк. Слушай, девочки, когда никого нету. Как кушают девочки, когда рядом парни?
точно. Блин, я уж 4 дня не мылся. Ну ладно, еще недельку нормально будет продержаться, поэкономлю. И парни, когда приехала девушка? Вранье, второе, это когда приехал друг. И все мы поэтому раз, раз, разные. Класс, класс, класс. Нихуя себе. Знаете, как я могу сделать глазом? Это мое умение, которое я никогда не показывала. Знаете как? Сейчас. Ну вот этот глаз, смотрите. Сейчас. Блин, как я делала? Сейчас. Сейчас. Видите? Ага. Милан, ты одеваешься в своем возрасте как проститутка. Клево. И чё? А, пытаешься повысить свою значимость за счет унижения своих близких? Знаешь, не совсем понял вопрос. Я пытаюсь повысить свою значимость за счет унижения близких. Вы думаете, зачем мне Саня иногда на стримах? Я когда вижу, что онлайн падает, я прошу Санька зайти и начинаю его жестко срать нахуй. У ебана конченого, понятия? Вот. Он живет с родителями. Роблокс говно хуесос ебаный, чтобы ты этот лайк больше не снимал. Некрасова троллит хейтеров. Еще недавно Милана говорила, что никогда даже не целовалась, а Женя ей просто друг. Это очень выбесило хейтеров, ведь по их мнению Милана далеко не хорошая девочка. Поэтому Милана решила их потроллить. Сегодня вместе с Лизагубом она была на шоу «Ты меня знаешь», а туда приходят в основном парочки. Милана, конечно, молодец, но вот про то, что она не целовалась, это лот. Бля, ну это... Ну, как там, нонсенс нахуй, да. Да. Thank you.